Ну что, титры будут? Отлично. Ну что, готовы отсеивать игру? Да, победный танец, тун-тун-тун, да? А все, монетизирует. За эту песню монетизирует. А, я... Ну ладно, переживу. Привет, Никита, привет, жищ. Выздоравливай. Ребят, я тоже склонялся к 8, но мне концовка понравилась. Возможно, вот хорошо, что я удам у меня последний. Так что от меня 9 баллов. 9 баллов, ребят. Потому что... Давайте скажу... Давайте послушаем музыку, потом скажу. Потом будет поспокойнее музон. Тут классный трек. Ну я понял, от зрителей где-то тоже 9 баллов. Я вот смотрю, оценочка. Ролл 7, Веном 8, от супруги моей десяточка. Я тоже склонялся к 10 баллам, но я потом объясню, что мне не дало это сделать. Мне очень многое в игре понравилось, но есть некоторые вещи, за которые ну, не получается. Я вообще, видите, аж до 8 аж задумывался о 8 баллах. Ну вот Веном пишет. Балл снижаю за респам врагов неадекватный. Абсолютно согласен. Враги респамятся. Притом респамятся, они не приходят откуда-то с каких-то там, знаете, ущелий. Они прямо около костров респамятся. Около ручьев. То есть вот ты... У меня был случай, когда я убил врагов. Вы, наверное, видели, да? Я через 5 секунд возвращаюсь, тела лежат, и их клоны стоят. Убивает реализм очень сильно. А, вот, плюсы Веном пишет. А так, красивый мир, животные, интересный сюжет. Но сюжет своеобразный, скажу. Там есть преимущества и недостатки, остальное согласен. Но это двоякая ситуация насчет катсцен, ребят. Хорошо, сейчас мы трек дослушали. Но этот можно уже поговорить, я думаю, под него спокойно. Еще сложность с сюжетом в том, что сами миссии очень примитивные, но их хотя бы оправдывает сеттинг, да? Мы вроде древний человек, и нам надо как первобытному человеку поймать 3 козла, оседлать 5 оленей, да, там, и в том духе, как говорится, как издревле водилось в игровой индустрии, так вот Far Cry Primal проявилось. Просто
от этого все время пытаются сейчас современные игры уйти, а здесь это просто, не знаю, ну, сильно перегиб. И я, возможно, бы простил это, если бы в самой игре не было бы адекватно хорошо прописанных героев и моментов. То есть, по сути, они могли сделать отличный сюжет, но они это его не сделали. Почему? Например, взять Мыслителю Рус, мне понравился этот герой, классно за ним наблюдать, с ним интересно общаться. Ты даже ради общения с ним готов делать этот примитивный сбор всего подряд. Потому что хочется посмотреть, что будет дальше. Но это единичные моменты, вот такие. Единичными моментами сюжет радует. В основном он тоже примитивен. Вот здесь две крайности. Или надо было весь сюжет делать примитивным, и тогда бы я мог сказать: ребята, здесь примитивный сюжет, потому что мы играем за примитивное время, да? То есть вы первобытный человек, большего ожидать нельзя. Поэтому в какой-то степени, вот я хотел понизить баллы за сюжетку, вот такую неадекватную, что вроде и делают хорошо, и делают просто кошмар. За примитивизм, задач, которые ставятся перед игроком, с одной стороны, их должен оправдывать сеттинг, но с другой стороны, это и правда своеобразное такое оправдание. Может быть, еще могу как-то оправдать. Ну и третье, вот вы нам сам сказал, респам врагов вообще не продуман, кошмар, то есть не доделали этот момент. Что все-таки дало мне возможность поставить 9 баллов игре? Во-первых, мне повезло с концовкой. Если в конце я бы одолел бы Солнцехода, было бы 8 баллов. Из-за того, что я прошел за Урус, мне очень понравилось, как все завершилось, что он принял свое племя детей Уруса, что они достаточно смелые, сцена хорошая. И меня что порадовало, вот эта девушка, которая обозлена была на весь мир за то, что с ней случилось, героиня, и из-за этого резала всем уши врагам, ее поступ Токара наконец-то утихомирил ее боль. То есть остудил то пламя, которое ее изжигало изнутри. И мне это показалось очень хорошо сделано. Вот хотя бы финал для меня был стоящим, что позволило убрать вот этот недостаток балловый, да, что есть сюжетом вот этот тяп-ляп, но финал, он говорит, ставь балл, да, ставь балл. Поэтому минус балл чисто за то, что не доработали систему, и вот эти шатания непонятные. Еще преимущество. Очень хорошо продумана экосистема. Животные интересные нападают, появляются, сражаются с друг другом, нападают на врагов, нападают на тебя. Это очень интересно. Второе, боевая система хорошо продумана. Очень большой спектр оружия и возможностей. Вроде примитивный мир, а у тебя все есть. У тебя 3 вида лука, пороща, несколько вариантов оружия. Копье такое там, плюс ножи, то есть огромный выбор, бомбы те же, с осами, с ядом, с огнем. Молодцы. Насчет вооружения, просто не каждый шутер может похвастаться таким спектром возможностей для уничтожения врагов и окружающей фауны. Поэтому в этом плюс колоссальный. Во-вторых, боевая система. Я видел, как на меня бежит враг, в него попадает, в меня стреляет другой враг из лука, он попадает под перекрестный огонь и умирает. То есть даже такие вещи проработаны, что они друг друга могут убить, если ты сможешь сделать перекрестный огонь. Поэтому плюсов в игре очень много. Меня печалит, что игру очень прохладно приняли. Потому что, считайте, это был экспериментальный проект А-класса. Многие жалуются, говорят, вот, большие компании не делают А-классов игр экспериментальных. Вот, сделали. Все плевали. Так что, что удивляться. Поэтому и не делают. Потому что не хотят, чтобы, как говорится, недовольствовались на них из-за этого. Так что от меня еще раз 9 баллов. От зрителей примерно тоже 9 баллов. Если так посмотреть, 7, 8, 10. Если так посчитать, все в общем количестве выходит 25 на 3. Ну вот считайте. О, Ренат, привет, дружище. Да, прошли.
Так что около 9 баллов в игре тоже поставили зрители, чуть поменьше. И оставили пожелания побольше катсцен хотят, оказывается. Я сам удивлен, мне лично катсцен хватило, но зрители хотят больше. Кино хотят больше. Ребят, вам надо в японские игры играть, там и надо по полчаса кино идет, а играть не надо. Вот, Ролс пишет, мне понравилось, что исторический мир. Мне тоже это понравилось, очень хорошо сделано все. Жалко, что, скорее всего, зеленый свет на продолжение в этой вселенной не дадут. Есть такая вероятность. Но наработки, которые здесь были, я думаю, в Far Cry 5 мы ощутим. В Assassin's Creed тоже. Здесь вот, правда, ощущается рука разработчиков из серии Кредо Убийцы. Вот эти прыжки веры в воду. А сам прыжок этого мыслителя в сено. То есть, понимаете, видно, что ребята помогали делать эту игру. Сейчас, я что-то пропустил, да? Сейчас быстренько нагоняем. Да, погружение сильнейшее, я согласен с этим. Спасибо, что напомнил, потому что я когда играл долгий стрим, я не устал, наоборот, мне было весело, я хотел продолжать. Погружение есть. Погружение есть, если ты уделяешь много времени, ты уйдешь с головой. Еще недостаток, очень много жизни у боссов, ребята. Как-то надо интереснее с ними геймплей. Они просто, знаете, не знаю, как будто мамонты ходят там, и ты их бьешь и бьешь, бьешь. Нереалистичные очень сражения с боссами. На любителя такая гора ХП вражеская. Так, дальше нагоняю чатик. Ну, то, что игру растянули, но мне понравилась идея, что они хотели выживалочку сделать, что ресурсы можно собрать. Очень много хороших идей. И, в принципе, все работает. Опять же, очень неудачная идея с схронами охотника. Потому что тут у меня перья есть, выбросить не могу. Ну, хорошо, сделайте выбрасывать возможность тогда из инвентаря вещи. И взять не могу, чтобы меточку убрать с карты. Потому что у меня полный инвентарь, и мне некуда их девать. Так что, да, вот такие нюансы тоже бывают. Ну, отлично, ребят. Я только рад. Вот, Веном говорит, да давайте 300 спартанцев. 300 жителей деревни первобытного века помогли появиться 300 спартанцев. Интересное очень видео, написал Ренат. Если честно, я бы не стал смотреть прохождение, если не лав проходил. Ну, спасибо, дружище. Ну что, теперь надо понаслаждаться титрами. Вы как знаете, Ubisoft очень любит затягивать этот процесс. Надеюсь, благодаря моим мнениям в титрах, они обратят на это внимание, что они единственные такие, как скажем, долгоиграющие имена. Вот, опять дедушка Теобальд. Ну сколько можно, а? Ну... Что ты ругаешься ни с того ни с сего, а? Вот, девушка Теобальд тоже, я так понимаю. А я, знаете, я наоборот титры люблю. Потому что
Я когда слушаю титры, если они в меру сделаны по времени, есть возможность подумать о том, что ты сделал, на что ты потратил свое жизненное время, что ты успел свершить в этом мире, который создали разработчики. Меня что напрягает? Ребята, трек второй раз играется. Вот если они сделали цикличными эту штуку, будет неприятно. О. Еще, знаете, момент? Вот это странно. Мне это, знаете, как песня зашла, когда мы шли сражаться с девушкой, с, ну, солнцеходов. А потом тебе из-за этого монетизируют видосик. А при том и вырезать не получится нормально, потому что ты сражаешься под эту музыку с ней. Жестко, конечно. И при том это единственный трек. Вот как такое возможно? Зачем вставлять в игру трек, который вам не принадлежит, если он всего один? Ну хорошо, вы хотите напихать в игру чужих треков, но сделайте больше классной музыки тогда. Один классный трек, который не принадлежит Ubisoft. Зачем его сюда было пихать? Классный, конечно, согласен, но из-за него, как говорится, небольшой осадочек остается потом. Знаешь, я в одной игре долго смотрел титры, когда не заметил, что они цикличные. До меня не сразу дошло. Как даже приятно, столько народу подтянулось. Прохождение столько не смотрел, а сколько мнения сейчас слушает. Не знаю насчет. Я знаю, что юбики перегибают сюда, Ubisoft. Благодаря моим мнениям мы скоро найдем рекордсмена со временем. В этом вопросе. Пока они победители. Самые короткие титры это у инди-разработчиков. Там пару имен и все. Вообще для игры очень важен финал. Он создает ощущение. Вот, вроде уже близимся к финалу. Ребята, от меня лично благодарность все равно за игру. Молодцы, что экспериментируете. Хочется пожелать, чтобы следующие ваши эксперименты принимали еще с большей радостью, чем этот. Более позитивно, да. Все-таки не забрасывайте это дело. Создавайте новый интересный геймплей.